Добрый день, дорогие друзья! Прогресс Авто МНД представляет краткий обзор японского мини-трактора Yanmar IM16D. Это трехцилиндровый полноприводный трактор. В комплекте у него идет площадная фреза 1,30 м, трехточное навесное устройство. Задняя резина 8,3 на 22 в отличном состоянии. Передняя 5 на 14. Вот такой замечательный трактор. Коробка передач. Вал отбора мощности 3 скорости. Раздатка 3 скорости. Блокировка задних колес. Спаренный тормоз. Ручной газ. Ну и регулировка навески. Опускание и поднимание. Сейчас откроем двигатель. В таком состоянии. Идет 3 цилиндра. Резина впереди имеет мелкие потрескивания. Сзади, в принципе, все замечательно. Может, это в хорошем состоянии резина. Так, сейчас попробуем его запустить. Нагреем свечу накаливания. Так. Работает ровно, двигатель. Навеска. Все работает. Напоминаю, данный трактор вы можете посмотреть в городе Улан-Удэ, Иволгинская 14А, торговая база Терем, или позвонить по этим указанным номерам телефонов. Также на нашем сайте progressauto.com. Напоминаю, трехцилиндровый полноприводный японский трактор Yanmar 16D с трехточным навесным устройством, призовой в комплекте, вы можете приобрести у нас в Улан-Удэ или вообще в компании Progress Auto. Приходите, смотрите, покупайте.